Очередные законодательные поправки коснулись введения домовых книг. Долгое время они были основным регистрационным документом, в который вносили все сведения о жильцах частных домов. Оформлением и ведением журнала занималась миграционная служба, а сама книга находилась у собственника дома. Чтобы зарегистрировать гражданина или, наоборот, снять его с регистрационного учета, необходимо было обратиться с домовой книгой в органы внутренних дел. Теперь эту функцию будут выполнять многофункциональные центры. Для этого всем держателям домовых книг, как частным лицам, так и управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, рекомендуют передать эти документы в отделы МФЦ для постановки на картотечный учет. Мы предлагаем при обращении в МФЦ гражданам, проживающим в индивидуальных жилых домах, сдавать эти книги на хранение в МФЦ. МФЦ будет переводить эти дома на картотечный учет, вносить сведения в свою базу данных и таким образом оформлять гражданам документы о регистрации и выдавать справки о зарегистрированных по адресу.